Поклонники Джана Эймана с нетерпением ожидали его новый сериал «Долг жизни», который должен был стать новым шагом в карьере звезды. Однако продюсер проекта разочаровал их. Что же произошло? «25 января Джан Яман завершил военную службу и вернулся к гражданской жизни. Многие поклонники звезды сериала «Ранняя пташка» с нетерпением ожидали этого момента, надеясь услышать о планах актера в этом году. Однако их ждало жестокое разочарование. Продюсер компании «Goldfilm» Фарук Тургут объявил о том, что он готовит новую романтическую комедию, которая выйдет на экраны этим летом. Автор сценария хорошо знаком поклонникам сериалов «Запах клубники», «Номер 309» и «Ранняя пташка» – это Аслы Зингин. Однако на прямой вопрос, что же будет с сериалом «Долг жизни», который он готовил для Джана Эймана, продюсер ответил коротко – сериал отменен. Турецкие СМИ немедленно связали отмену проекта со скандалом, который разгорелся вокруг Джана Эймана в конце прошлого года. Они утверждают, что решение об отмене сериала было принято сразу же после неприятной истории с «Либидо», однако продюсер не стал шокировать публику, заявив, что просто переносит съемки на сентябрь. Как оказалось, никаких съемок не будет вообще. Поклонникам остается лишь надеяться на то, что Фарук Тургут не отказался от идеи поработать с Джаном и пригласить его в новую романтическую комедию, которую он готовит. Пока же, по неподтвержденной информации итальянской прессы, актер отправляется в Италию, где примет участие в 15-м выпуске передачи «Остров знаменитостей». Формат передачи достаточно прост. Несколько очень известных людей высаживают на необитаемый остров, где они пытаются выжить. Каждую неделю по результатам голосования один из участников покидает шоу. Пока не совсем понятно, будет ли Джан ведущим программы или же одним из участников. Карьера Джана Эймана в Турции пока висит на волоске. Непонятно, сможет ли он продолжить сниматься в турецких сериалах, или же продюсеры предпочтут не рисковать. Сможет ли он продолжить карьеру за рубежом? Мы будем следить за развитием этой непростой ситуации. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.